ты занимаешься в этом проекте? В этом проекте я чтец, артист. А как вы попали в проект? Как я попал? Пригласил меня сюда Олег Юмов. А чем проект вдохновляет тебя? Вдохновляет? Сама история? Лермонтов, произведение «Демон». Не считаю, это великое произведение. Этим она и вдохновляет. Чем ты занимаешься в проекте? Я здесь как артист, тоже как актриса, исполняю роль Тамары. А как ты попала в проект? В один день вечером Олег Юмов мне позвонил и позвал, и я сразу сказала: хорошо, да. А чем проект вдохновляет тебя? Какие эмоции ты выносишь из него? Какой опыт? Вот как раз сейчас, в данный момент, у нас читка идет, и поэтому все в процессе. Куда оставить то, что наша актриса из Монголии? Здравствуйте! Меня зовут Дава Сырен, я из Монголии. Высокий дом, широкий двор, седой кугал себе построил. И так дальше. Я тот, кому внимала ты в полночной тишине, чья мысль в душе твоей шептала, чью грусть ты смутно отгадала, чей образ видела во сне. Скажи, зачем меня ты любишь? Зачем? Зачем, красавица? Увы, не знаю. Полон жизни новой. С моей преступной головы я гордо снял венец терновый.